В данном упражнении 4 блина, вот, но они как бы по 11 килограмм, я знаю, а так по 10. 4 блина по 10 килограмм. То есть каждый берем по 2 блина в руки и на максимальное количество удержаний. Вот. Как только с любой руки падают блины, как бы на этом заканчивается упражнение и считается время. То есть принцип вот такой. То есть блины надо брать, чтобы были обязательно металлические, вот, и желательно без бортов. Вот, принцип такой. И на максимальное количество времени надо удержать блины. Вот, стоим, держим. Как только с любой руки падают блины, на этом время заканчивается. Вот, и будет считаться результат. Всем спасибо.